1972 год. Эквадор. Известный швейцарский исследователь Эрих фон Денекен вместе с аргентинским этнологом Хуаном Морицем ведет поиск следов таинственной исчезнувшей цивилизации. В 1965 году в экваториальной части страны на востоке провинции Морона-Сантьяго Мориц при помощи местных индейцев обнаружил огромный подземный лабиринт и древнюю библиотеку, которая насчитывала тысячи тонких металлических пластин, покрытых странными незнакомыми символами. Там много самых разных вещей. В Эквадоре есть целая система подземных помещений. Отчасти это природное образование, отчасти дело рук человека. В одной из таких пещер находится металлическая библиотека. Артефакты принадлежали неизвестной нам древней и высокоразвитой культуре. Хуан Мориц собрал целую коллекцию удивительных предметов. И при помощи юриста, доктора Джерарда Пенья Матиуса, решил обратиться к правительству. 8 июля 1969 года Мориц в письменных показаниях под присягой сообщил о своих находках президенту страны и предложил государству взять их под свою охрану. Мориц писал: «Я нашел ценные объекты, имеющие большое культурное и историческое значение для всего человечества. Эти металлические пластины, по всей вероятности, содержат краткое изложение истории исчезнувших цивилизаций, о которых на сегодняшний день мы не имеем ни малейшего понятия». Пещера Лос-Тайос находится в джунглях недалеко от границы между Эквадором и Перу. Вход расположен на высоте 539 метров над уровнем моря. По рассказам индейцев, вырубленные в скальной породе искусственные гроты и галереи тянутся на многие сотни километров под поверхностью земли и проходят через соседние страны. Но кто и когда создал эти колоссальные подземные сооружения? Это небольшая часть пещер в Эквадоре. Их называют Тайос, потому что там, внутри, обитают птицы, которых зовут Тайос. Большинство из этих пещер имеет естественное происхождение, но некоторая часть вырублена молотком и зубилом. Я был там, где они начинаются. Но это совсем не то место, где находится металлическая библиотека. Хуан Мориц пригласил Эриха фон Денекена, чтобы тот лично мог все осмотреть и изучить удивительные древности, а потом рассказать о сенсационной находке всему миру. В 1973 году я опубликовал книгу «Золото богов», в которой описал историю с подземельями. Рассказал мне ее Хуан Мориц, венгр по происхождению. Мы вместе с ним в течение 2 дней ездили к тому месту на джипе, и я побывал в одном из боковых ходов, ведущих библиотеки. Об этом я и написал в своей книге. Местные жители называют эти пещеры Куэва де лос Тайос. Хуан Мориц уверял Денекена, что найденная им библиотека расположена на большой глубине, и путь туда труден и опасен.
сумеют ли исследователи в сопровождении местных проводников спуститься вниз и своими глазами увидеть сокровища, о которых в этой местности ходят упорные слухи. Впоследствии Деникин рассказывал об этой экспедиции так подробно, будто видел артефакты собственными глазами. Это подземное сооружение, в котором находятся фигуры из разных материалов, из металла, сплавов и так далее. Те, кто это видел, а я знаю двух человек, побывавших там внизу, говорят, что эти фигуры блестят, словно золотые. Кроме того, там находятся письмена, неизвестные письмена. Фон Деникин и Хуан Мориц объявили, что они познакомились с наследием культуры, созданной тысячелетия назад народом, о котором нам ничего не известно. Впоследствии Эрих фон Деникин пришел к выводу, что загадочная библиотека на золотых пластинах содержит послание ко всему человечеству на неизвестном нам языке. Возможно ли, как он утверждает, что это послание пришельцев с других планет? И на чем основаны его предположения? Подземелье, уходившее вниз на 200 метров, напоминало путникам глубокие бомбоубежища. В некоторых местах были даже вырублены ступени. Хуан Мориц утверждал, там впереди коридоры сворачивают вниз строго под прямым углом, как будто их спланировал неведомый архитектор. А на стенах явно видны следы обработки какими-то инструментами. Кто и когда работал в этих лабиринтах? Этот снимок сделал Хуан Мориц. Это вход в пещеры Тайос. Мориц говорил мне, что эта пещера имеет искусственное происхождение. Правда это или нет, утверждать не могу, потому что в этом месте я не был. Туда, в Эквадор, прибыла экспедиция в 1968 году. И это участники той экспедиции в пещеры Тайос. Фон Деникин во время спуска видит множество каменных фигур. Среди них есть странный камень, напоминающий скелет человека. Другой камень похож на динозавра. Местные жители рассказывали Деникину, что дальше на глубине, в центре подземелья, расположены фигуры самых разных животных, отлитые из золота. А сама коллекция напоминает настоящий зоологический сад. Там же находится главное сокровище – металлическая библиотека, о которой Мориц, собираясь передать ее правительству Эквадора, сделал специальную запись в нотариальном акте. Графика знаков на металлических листах похожа на иероглифы Древнего Египта, но в Южной Америке такая письменность не имела аналогов. Тогда же, в 60-х годах, мексиканские ученые проводили исследования на полуострове Юкатан в древнем городе майя Чичен-Итса. В священном колодце Сенате, который известен как колодец жертв, были найдены кости людей и животных, изделия из нефрита, горного хрусталя и множество золотых дисков с изображениями. Клад со дна Сената по ценности уступал только находкам из гробницы Тутанхамона. Мориц считал, что его открытие нужно сделать достоянием всего мира, но этого почему-то не произошло. Поползли слухи, что Эриха фон Деникина и его коллег задержали спецслужбы под надуманным предлогом, а когда отпустили, то все артефакты были уже вывезены и спрятаны. Чушь. Меня там никогда не задерживали. По СМИ и по интернету сейчас кочует столько глупостей о том, чего никогда не было. Так что же было на самом деле? Существуют ли сокровища в подземных лабиринтах Эквадора, в диких, недоступных человеку местах? И может ли кто-то подтвердить, что видел их собственными глазами?
На протяжении многих веков это место охраняется одним из индейских племен. А эти индейцы раньше были охотниками за головами. Сегодня это по-прежнему политический вопрос. Власти Эквадора до сих пор считаются с местными племенами. Даже армия и та не особо охотно заходит в те края. Конечно, армия могла это сделать, но не делала этого. Лишь изредка туда залетают вертолеты. Эта местность по-прежнему довольно дикая. Об индейцах Шуара, проживающих в этой местности, было известно, что их не смогли покорить в свое время ни инки, ни даже испанские конкистадоры, за что эти племена получили прозвище «непобедимых». В 20 веке про них ходили страшные легенды. Якобы они отрезали головы убитым врагам, стягивали кожу, высушивали, потом варили и наполняли горячим песком. Эти жуткие талисманы назывались цанца, и по поверьям племени шуаров придавали охотнику силу побежденного врага. Правда, сейчас шуары уже не занимаются изготовлением цанцы. Но, как и прежде, их самым знаменитым оружием являются духовые трубки с отравленными стрелами. Индейцы верят, что в глубинах пещер хранятся несметные сокровища и строго охраняют свои секреты от белых пришельцев. Как же европейцам удалось выведать тайны лабиринтов Тайес? Позже я познакомился и подружился в Эквадоре со старым священником Падре Креспи. Он жил в городе Куэнка, служил в местной церкви Мария Аусильядора, церкви, помогающей Божьей Матери. Местные индейцы постоянно дарили Падре Креспи металлические пластины с самым разным легированием – золото, медь, золото, цинк и так далее. Некоторые из этих пластин, как сказал мне Падре, были принесены из подземных туннелей Эквадора. На них действительно имелись надписи, которые до сих пор никто так и не перевел. Католический миссионер Карло Креспи был родом из Милана. Он приехал в Эквадор в 1923 году. Спустя 4 года с его помощью была проведена экспедиция к пещерам Лос-Тайес. Падре лично в качестве оператора снял первый документальный фильм о шуарах. Карло Креспи бескорыстно помогал туземцам. Они доверяли ему и дарили миссионеру весьма искусно выполненные изделия из золота и других драгоценных металлов. Скипетры, шлемы, пластины и диски. На них, как ни странно, были изображены символы, которых нет у самих шуаров. Падре Креспи, получив разрешение Ватикана, создал при церкви музей для этих уникальных артефактов. Он считал, что древние иероглифы, выгравированные на металле, хранят тайну архаичного языка допотопного человечества. А это очень важное фото. Это пластина из металлической библиотеки. Падре Креспи говорил мне, что ее принесли ему индейцы. Тут 4 знака в одном ряду. Всего 36 знаков, словно вычеканены. И никто не в состоянии понять, что здесь написано. Этой пластине несколько тысяч лет. Я был бы благодарен, если бы где-нибудь в мире нашелся человек, способный расшифровать их. Это только 2 верхних ряда. 4 знака в ряду. 1, 2, 3, 4. Всего 8 в 2 рядах. Но внизу есть еще несколько рядов. Всего 36 знаков. Вот тут вся пластина в полном размере. И эти снимки есть только у меня. В мире ни у кого их больше нет. У других есть только копии с моих фотографий. Но этот снимок сделал лично я. 20 июля 1962 года в музее произошел пожар. Жители города были уверены, что это был поджог. Большая часть коллекции Карла Креспи погибла. То, что удалось спасти, легко разместилось в 2 маленьких комнатках. Но и оставшаяся часть коллекции сильно заинтриговала ученых. Некоторые из артефактов обладали поразительным сходством с творениями других культур, о которых, по нашим представлениям, древние эквадорцы не могли ничего знать. Среди них статуэтки и барельефы, которые однозначно напоминают искусство древнего Египта и Шумера.
Могли ли народы Старого и Нового Света в далеком прошлом плавать к берегам других континентов? Ну, скажем, если говорить по правильно, трансокеанические контакты, скажем так, можно трансатлантику это считать. Вот коллекция Падре Креспи, там есть изображение пирамиды, причем правильные пирамиды, очень похожи на пирамиду в Гизе. Коллекция Падре Креспи хранится у нас в Эквадоре. Соответственно, в Южной Америке нет вообще никаких пирамид. То, что называют пирамидами перуанскими, это на самом деле и даже не имеет пирамидальной формы. Это совершенно абстрактная форма конструкции из необожженного кирпича и явно не имеет ничего общего вот с этим изображением правильной пирамиды. То есть, вот, пожалуйста, знание о Египте у нас обнаруживается в Южной Америке. Могли ли древние переплывать Тихий океан? Этим вопросом еще в 1947 году задался знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. Изучая старинные летописи и рисунки испанских конкистадоров с изображением плотов инков, а также местные легенды и археологические свидетельства, он предположил, что люди в древности могли преодолевать большие расстояния и плавать между Южной Америкой и Полинезией. Плот, сделанный по старинным рисункам и описаниям, нарекли «Контики» в честь легендарного героя многих полинезийских сказаний. 28 апреля 1947 года команда Хейердала вышла в море. 7 августа на 101 день плавания «Контики», преодолевший в Тихом океане более 7 тысяч километров, достиг точки окончания своего путешествия в районе островов архипелага Туамоту. Отважный норвежский исследователь совершил этот рискованный эксперимент, потому что с презрением относился к стереотипам. Когда Тура Хейердала однажды спросили о трудности преодоления границ, он метко ответил: «Границы? Никогда их не видел, но слышал, что они существуют в умах большинства людей». Ну, там есть более сильные вещи, свидетельствующие о контактах совершенно разных культур по обе стороны океана. То есть, есть, пожалуйста, изображение шумерских повозок на камнях Ики. Есть похожая на клинопись надпись на каменной чаше, которая хранится в Ла-Пасе, в музее золота. То есть на территории Боливии уже. Ну и, по-моему, самый ярчайший, на мой взгляд, факт – это обнаружение в египетских мумиях кокаина. Потому что кокаин только из растений коки можно добыть, а, собственно, кока произрастает только в Южной Америке. Причем основной регион ее обитания, как произрастание, это даже не Атлантическое побережье, а Тихоокеанское побережье. То есть это получается, что нужно было каким-то образом египтянам переплывать Атлантический океан, потом пересекать всю Южную Америку, либо, знать там, пересекать Панамский перешеек, а потом спускаться еще вдоль побережья, дальше туда вглубь, либо пересекать просто Тихий океан. В своей работе о сокровищах Эквадора Эрих фон Деникен писал, что коллекция Падре Креспи состоит из артефактов, найденных индейцами в лабиринтах Таис. Эти предметы, по его мнению, несомненно, были созданы какой-то древней развитой цивилизацией. В доказательство писатель опубликовал 140 собственноручно сделанных им фотографий, а также копии надписей и рисунков, переснятых с пластин на кальку. Тем не менее, новую книгу исследователя «Золото богов» журналисты назвали научной мистификацией. Это утверждали журналисты. Журналисты стали заниматься всей этой историей, когда я, после того, как на меня начали нападать, заявил прессе: «Да, все верно, я не был в подземном хранилище со всеми этими золотыми вещами, но я побывал в двух боковых ходах к нему и сделал красивые фотоснимки». Но журналисты взяли лишь одну часть моего высказывания. Мол, Деникен признал, что никогда не был ни там, ни в Эквадоре вообще, и что все было неправдой. Ведь журналисты иногда жонглируют понятиями, а потом сами тиражируют свои выдумки, и с этим ничего не поделаешь. Автором открытия считался Хуан Мориц, и он мог предъявить журналистам все доказательства. Но вместо этого в интервью немецким журналам «Штерн» и «Шпигель» Мориц начисто отрицал, что показывал Деникину саму библиотеку.
поползли слухи, что все бумаги, которые Морец собирал по делу металлической библиотеки, он либо уничтожил, либо тщательно спрятал, потому что не хотел делиться своими знаниями с экспертами. Говорили, что из 5000 копий своих нотариально заверенных показаний он оставил только 3 документа, а остальные сжег. Оказалось, что Морец показал Деникину только артефакты из подземного лабиринта и часть входа в него, а само местоположение металлической библиотеки он сохранил в тайне. У меня с Морецом были конфликты, но с этим человеком конфликтовали все, кто работал с ним долгое время. Я оказался в трудном положении, потому что Хуан Морец хотел, чтобы я опубликовал сведения об этой библиотеке, и я это сделал. Но потом он вдруг оскорбился тем, что это сделал я. Мол, мне не следовало так поступать. Но это все уже из области личных отношений. А между тем, Хуан Морец давно умер, и я желаю ему покоиться с миром и не буду говорить о нем ничего плохого. В разных странах было опубликовано множество критических статей, где фон Деникина называли выдумщиком и даже лгуном. Его репутация писателя и честного исследователя была подорвана на долгие годы. Уцелевшие материалы, которые он смог сохранить, были названы подделкой. Деникин был объявлен фантазером и мистификатором. Я эту библиотеку не видел, так как был лишь в одном из боковых ходов, ведущих к ней. Но я могу вам сообщить ее точные географические координаты. Они у меня всегда с собой. Вот, если кто ищет металлическую библиотеку в Эквадоре, то она находится здесь, 77 градусов 47 минут 34 секунды западной долготы и 1 градус 56 минут 00 секунд южной широты. Казалось, что история с подземной библиотекой дискредитирована на долгие годы. В науке сложилось устойчивое мнение, что сокровища подземных лабиринтов – сплошная выдумка. Кто бы мог рискнуть после этого поставить под удар свою репутацию и вновь поднять эту тему? Но такие люди все же нашлись. Одним из них стал астронавт Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Он решил участвовать в новой экспедиции. В 1975 году шотландский исследователь Стэнли Холл отправился в город Куэнка для того, чтобы увидеть коллекцию отца Креспи собственными глазами. Позже я познакомился с много лет живущим в Эквадоре шотландцем Стэнли Холлом. Он тоже работал несколько лет вместе с Морицем над этой историей с металлической библиотекой. И оба тоже немного рассорились друг с другом. Стэнли Холл на протяжении долгих лет исследовал Южную Америку. Он считал, что здесь можно найти недостающие страницы предыстории человечества. Впервые он узнал о пещерах Лос-Тайос из книги фон Деникина и заинтересовался ими. В коллекции Падре Креспи Холл увидел металлическую таблицу с 36 знаками, которые оставались нерасшифрованными. Хуан Морец не стал называть Холлу, как и раньше Эриху фон Деникину, имя человека, который сообщил ему о местонахождении металлической библиотеки. В своих интервью Морец также отказывался называть имена проводников. В июле 1976 года Стэнли Холл организовал крупную британо-эквадорскую экспедицию, чтобы обследовать Куэва-де-Лос-Тайос. Хуан Морец требовал, чтобы все права руководителя были переданы ему. И когда британцы не согласились на это, Морец отказался участвовать. Экспедиция насчитывала 120 исследователей, группы геологов, ботаников и других специалистов. В качестве почетного руководителя был приглашен американский астронавт Нил Армстронг. Нил прислал письмо, где говорил, что предложение занять пост руководителя экспедиции он рассматривает не только как честь, а если даст Бог и позволит время, он надеется сыграть во всем этом активную роль. Такого интереса с его стороны мы даже не ожидали.
Войдя в пещеру через проход из джунглей, известный офицерам армии Эквадора, которые сопровождали ученых, исследователи были поражены тем, что они обнаружили. Стены коридоров и залов имели явно искусственное происхождение. С этим всеобщим предположением согласился начальник британской геологической группы доктор Брайан Келли. Вскоре последовала и первая находка. Экспедиция обнаружила погребальную камеру с множеством артефактов, среди которых было каменное кольцо. Камеру нашел один из студентов-биологов из университета Глазго, который выслеживал жука в главной пещере. Неожиданно студент нашел черепок от глиняной посуды, подозвал других, и вскоре падре Педро Порес, священник из католического университета, оказавшийся в составе экспедиции, заметил рядом со стеной кучу камней, отличавшихся от нее по виду. Падре подумал, как это любопытно. Он начал разбирать камни, и вскоре перед ним открылась гробница, внутри которой находился скелет в сидячем положении. Скелет сразу же распался, как только кто-то прикоснулся к нему рукой. Он там находился, очевидно, очень долго. Датировка показала, что эта усыпальница относится к 1500 или к 1800 году до нашей эры. Группа биологов составила каталог 400 новых разновидностей растений. Но дальнейшее продвижение вглубь не принесло результатов. Оказалось, что в пещере очень высокая влажность и низкочастотные волны от 3 до 16 Гц, из-за которых аккумуляторы и батареи разряжаются раз в 5 быстрее, чем обычно. Экспедиция, проработав целую неделю, не нашла ни сокровищ, ни следов чего-либо, что походило бы на артефакты из коллекции отца Креспи. Но если предметы этой коллекции были найдены не в пещерах Лос-Тайос, то откуда же они взялись? Ответа, как и прежде, не было. Между тем, об этой экспедиции начали распространяться слухи. Эквадорские газеты писали, что британские ученые вынесли из подземелья 4 больших запечатанных ящика, не рассказав шуарам об их содержимом. Эквадорский исследователь Гастон Фернандес, который изучал пещеру еще в 1969 году, считал, что британцы присвоили все ценности, пообещав местному правительству взамен какие-то льготы и привилегии. Кто-то утверждал даже, что индейцы угрожали исследователям оружием, но инцидент обошелся без жертв. Пресса обвинила Холла и других ученых в том, что они скрыли результаты экспедиции от общественности, и что кроме находок из погребальной камеры, ни один артефакт не был отдан местным музеям. Сегодня трудно сказать, насколько справедливы эти заявления. Но ведь если бы сокровища были тайно вывезены, то искателям уже не имело никакого смысла дальше оставаться в Эквадоре. Однако Стенхолл не только остался, но и перевез сюда свою семью. Он решил продолжать исследования и предложил всю область вместе с пещерами Таес превратить в национальный заповедник. Его интересовали не столько сокровища, сколько древние книги. Холл понимал, что если они будут найдены и расшифрованы, это может иметь огромное значение для науки. После выхода книги Деникина и скандальных публикаций на эту тему в прессе о пещерах Эквадора узнал весь мир. Множество разных людей, искателей Эльдорадо, авантюристов и даже представителей религиозных организаций подключились к поискам таинственной библиотеки. В феврале 1991 года, после 25 лет поисков наследия неизвестной цивилизации, скончался Хуан Мориц. После его смерти Холл попытался сам найти человека, который когда-то сообщил о местонахождении металлической библиотеки.
С большим трудом он все-таки узнал, что его звали Петронио Харамильо. Но больше никаких данных не было. В Кито, столице Эквадора, проживали тысячи людей с фамилией Харамильо. Исследователю пришлось взять телефонный справочник и звонить всем подряд. Наконец, в октябре 1992 года он отыскал пожилую женщину, которая сказала, что ее сын, отставной майор эквадорской армии, знал Морица, которому когда-то помог, и дала Холлу его координаты. Стэн сразу же набрал номер телефона. После взаимных приветствий эквадорец сказал: «Потребовалось 16 лет, чтобы наши пути пересеклись. Мы встретимся через 3 дня». Через 3 дня Холл наконец-то увидел человека, лично побывавшего в легендарных лабиринтах. Человек, с которым я тоже познакомился, Петронио Харамильо, однажды был там внизу. По его словам, надо было нырнуть в подземную реку, проплыть какое-то расстояние и вынырнуть уже в самом центре пещеры. Он видел там что-то вроде искусственного освещения, а вокруг все эти таблички. Речь идет о целой библиотеке, металлической библиотеке. И 2 такие таблички были у Падре Креспи. Харамильо жил в одном из районов Кито, называемом Эльдорадо. Он рассказал свою историю знакомства с таинственной библиотекой. Она началась в 1941 году, когда он был 12-летним мальчиком и жил у своего дяди. Один из индейских вождей попросил дядю заняться воспитанием своего сына. Маленького Шуара звали Машутака. Он был ровесником Харамильо, и они очень подружились. Через много лет, в 1956 году, когда ему было уже 27, Харамильо стал лейтенантом и служил в юго-восточной части Эквадора. Как-то раз он с несколькими солдатами был отправлен патрулировать горную местность. Военным пришлось ночевать в джунглях. Проснувшись на рассвете, они увидели вокруг примерно человек 50 индейцев, возмущенных вторжением на их территорию и готовых напасть. С удивлением узнал в их предводителе того самого сына вождя, которого когда-то воспитывал его дядя. Машутака тоже узнал своего друга детства и пригласил офицера в гости к своему отцу. Вождь племени в память о дяде Харамильо обещал раскрыть удивительную тайну горных пещер, которую ни за что не открыл бы никому другому. Индейцы проводили гостя ко входу в лабиринт. К его удивлению, они вышли к реке. Ему пришлось вслед за проводниками нырять под воду и плыть по подводному тоннелю. В конце концов, им открылась пещера. Харамильо увидел длинные коридоры, по которым его проводили в зал, где находилось великое множество металлических книг. По его оценке, каждая из них весила более 20 килограммов. Харамильо утверждал, что пластины из неизвестного металла были исчерчены рисунками, геометрическими фигурами и письменами. Был и второй зал, где на постаментах стояли небольшие прозрачные таблички из кристаллов, испещренные рисунками. Его поразило, что стальным ножом нельзя было оставить на них даже царапину, настолько они оказались прочны. Полки были выстелены золотыми листами. Между ними стояли статуи и лежали металлические плиты, похожие на надгробья могил, усыпанных самоцветами. В центре находился хрустальный саркофаг, в котором человеческий скелет покоился на подстилке из золотых листьев. Харамильо сообщил Холлу, что он снял с полок 7 книг из металла и оставил на них свои инициалы. Так что, когда библиотека будет обнаружена, все смогут убедиться в правдивости его слов. После рассказа нового знакомого, Холлу стало ясно, почему исследователи, входившие в пещеру через вертикальное отверстие около вершины горы, не могли достигнуть зала, где хранится металлическая библиотека.
Стэнли Холл приступил к подготовке новой экспедиции. Он обратился за поддержкой в ЮНЕСКО. Но вскоре после этого, в январе 1995 года, между Перу и Эквадором разгорелся давний военный конфликт из-за приграничных территорий, рядом с которыми как раз и находились пещеры. Эта война получила название «Альта-Синепа». Пошли слухи, что военные действия проводятся ради сокровищ подземного лабиринта. Но как бы то ни было, даже в тот период, когда пограничный конфликт еще не был даже урегулирован, Холл продолжил в Британии организацию новой экспедиции. Одновременно в 1997 году в парламенте Эквадора проходило закрытое слушание, посвященное древним сокровищам инков. Там было зачитано специальное послание Стэнли Холла об итогах его исследований и готовности Петронио Харамилья показать настоящее местонахождение сокровищницы. В результате войны большая часть спорных территорий на юго-востоке Эквадора отошла к Перу. Новая граница была проведена по хребту Кордильера дель Кондор. Эквадор был вынужден отказаться от претензий на восточные склоны хребта и на всю западную зону верховья реки Синепы. Но та часть, где находилась пещера Лос-Тайес, осталась у Эквадора. Казалось, что у группы Стэна Холла на этот раз все должно наконец получиться. И тут неожиданно произошла трагедия. Незадолго до начала экспедиции, в мае 1998 года, главный проводник Петронио Харамилья, возвращаясь ночью с работы, был убит бандитами недалеко от своего дома. Могло ли это быть связано с предстоящей экспедицией? Гибель единственного свидетеля в столь важный момент трудно было посчитать случайным совпадением. Однако, по официальной версии, это было всего лишь убийство с целью ограбления. Больше ничего выяснить следствию так и не удалось. Последний хранитель тайны ушел в иной мир. Одно из величайших открытий в археологии, которого столько лет ожидали, так и не произошло. Но Холл решил не отступаться. После смерти Харамилья он отправился в еще одну экспедицию вместе с сыном погибшего, Марио Харамилья. Искатели попытались найти то самое место, где должен быть другой, неизвестный никому, кроме индейцев, вход в подземный лабиринт. Сверяясь по картам и аэрофотосъемкам, они предположили, что изгиб русла реки рядом с линией обрыва скрывает пещеру, протянувшуюся на несколько километров и являющуюся входом в систему подземелий. Обвал породы в этом месте во время древнего землетрясения мог открыть вход в подземный комплекс. Стэн Холл пришел к выводу, что это место вполне подходит под описание Харамилья, который говорил ему, что вход в пещеру был скрыт под речной водой. Это последнее, что смог выяснить шотландский исследователь. 17 января 2005 года он сообщил эквадорскому правительству точные координаты пещеры. Он надеялся, что эти сведения помогут новой экспедиции найти таинственную сокровищницу и библиотеку. Но сам Холл так и не увидел результатов своих поисков, которые он вел более четверти века. В 2008 году исследователь скончался. Его дочь решила продолжить работу своего отца. Однако, когда Айлин Холл начала искать артефакты Падре Креспи, она узнала, что коллекция священника странным образом исчезла сразу после его смерти в 1982 году.
Падре Креспи уже умер, и все ценное, что осталось после его смерти, было передано в Государственный банк Эквадора. Сегодня это Национальный банк Эквадора. Есть ли среди них и эта пластина, я не знаю. Но я в свое время сделал у Падре Креспи более 140 фотографий. Я знаю, что все эти предметы существуют, но никто не может прочесть это. И ни один из знаков не повторяется. С тех пор о загадочной библиотеке в подземных лабиринтах Эквадора написано множество статей. Некоторые верят, как и Эрих фон Деникен, что это послание человечеству, оставленное пришельцами из космоса. Другие считают, что библиотеку оставили атланты или представители иных неведомых нам древних цивилизаций. В России об исследованиях лабиринтов Эквадора писал замечательный ученый, недавно ушедший из жизни, Александр Александрович Воронин, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. В своей книге «Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций» он рассказал не только о пещере Лос-Таяс, но и о развалинах недавно найденного в районе притоков Амазонки древнего города, предположительно построенного предками индейцев Шуару. За годы поисков в Центральной и Южной Америке археологи нашли множество следов ранее неизвестных древних культур. В начале 2011 года в Панаме, в местечке Эль-Каньо, в ходе раскопок было обнаружено захоронение с множеством фигурок из драгоценных камней и золота. Среди них были и загадочные предметы, напоминающие какие-то приспособления и механизмы. Остается лишь гадать, какие знания хранятся в древней библиотеке, если она действительно существует в гигантских подземных лабиринтах Эквадора. Из-за травли в прессе Эрих фон Деникен не возвращался к этой теме еще долгих 35 лет. Но спустя 37 лет, года 4 назад, я издал книгу «Ложно проинформирован» или «История ошибочна», в которой опубликовал все документы того времени о том, что действительно там произошло. Металлическая библиотека там внизу действительно существует. И неизвестные письмена тоже существуют. И я был бы благодарен, если бы туда наконец отправился кто-то из исследователей, чтобы подтвердить мои слова. Сегодня многие эквадорцы считают подлинным первооткрывателем наследия исчезнувшей цивилизации Падре Карло Креспи. В городе Куэнко, где он жил, в его честь установлен памятник. Местные жители верят, что отец Креспи был настоящим святым. К началу 21 века пещеры Лос-Таяс стали столь знамениты, что сюда прибывают массы туристов, искателей приключений, а иногда даже любители войти в контакт с инопланетным разумом. Но чтобы попасть на территорию подземного комплекса, теперь нужно специальное разрешение от местных властей и индейцев Шуара. Стэн Холл в свое время говорил, что организовывать экспедиции в Латинской Америке легче с военными режимами, чем при демократии, которая может потопить в бюрократической волоките любой проект. Но в наше время, похоже, работа наконец-то возобновилась. Летом 2010 года правительство Эквадора, получив полную информацию о проблеме, организует новые исследования. Первой в пещеры Лос-Таяс отправляется экспедиция эквадорских военных. Ее участники, зная, что аккумуляторы и батареи здесь разряжаются в 5 раз быстрее, чем на поверхности Земли, берут с собой мобильный генератор электричества. Офицеры осматривают именно ту часть подземных лабиринтов, где уже побывали Стэн Холл и Нил Армстронг, но ничего существенного не находят. Теперь все, кто знают о сокровищах Лос-Таяс, с нетерпением ждут, когда же исследователи наконец проникнут в то самое труднодоступное место под водой.
Именно там, в пещере, должна находиться металлическая библиотека и другие сокровища неизвестной цивилизации. Если новым искателям будет сопутствовать удача, они смогут совершить самое большое археологическое открытие 21 века. Должен быть другой, неизвестный никому, кроме индейцев, вход в подземный лабиринт. Сверяясь по картам и аэрофотосъемкам, они предположили, что изгиб русла реки рядом с линией обрыва скрывает пещеру, протянувшуюся на несколько километров и являющуюся входом в систему подземелий. Обвал породы в этом месте во время древнего землетрясения мог открыть вход в подземный комплекс. Стэн Холл пришел к выводу, что это место вполне подходит под описание Харамилья, который говорил ему, что вход в пещеру был скрыт под речной водой. Это последнее, что смог выяснить шотландский исследователь. 17 января 2005 года он сообщил эквадорскому правительству точные координаты пещеры. Он надеялся, что эти сведения помогут новой экспедиции найти таинственную сокровищницу и библиотеку. Но сам Холл так и не увидел результатов своих поисков, которые он вел более четверти века. В 2008 году исследователь скончался. Его дочь решила продолжить работу своего отца. Однако, когда Айлин Холл начала искать артефакты Падре Креспи, она узнала, что коллекция священника странным образом исчезла сразу после его смерти в 1982 году. Падре Креспи уже умер, и все ценное, что осталось после его смерти, было передано в Государственный банк Эквадора. Сегодня это Национальный банк Эквадора. Есть ли среди них и эта пластина, я не знаю. Но я в свое время сделал у Падре Креспи более 140 фотографий. Я знаю, что все эти предметы существуют, но никто не может прочесть это. И ни один из знаков не повторяется. С тех пор о загадочной библиотеке в подземных лабиринтах Эквадора написано множество статей. Некоторые верят, как и Эрих фон Деникен, что это послание человечеству, оставленное пришельцами из космоса. Другие считают, что библиотеку оставили атланты или представители иных неведомых нам древних цивилизаций. В России об исследованиях лабиринтов Эквадора писал замечательный ученый, недавно ушедший из жизни, Александр Александрович Воронин, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. В своей книге «Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций» он рассказал не только о пещере Лос-Тайес, но и о развалинах недавно найденного врага тоже узнал своего друга детства и пригласил офицера в гости к своему отцу. Вождь племени в память о дяде Харамилье обещал раскрыть удивительную тайну горных пещер, которую ни за что не открыл бы никому другому. Индейцы проводили гостя ко входу в лабиринт. К его удивлению, они вышли к реке. Ему пришлось вслед за проводниками нырять под воду и плыть по подводному тоннелю. В конце концов, им открылась пещера. Харамилье увидел длинные коридоры, по которым его проводили в зал, где находилось великое множество металлических книг. По его оценке, каждая из них весила более 20 килограммов. Харамилье утверждал, что пластины из неизвестного металла были исчерчены рисунками, геометрическими фигурами и письменами. Был и второй зал, где на постаментах стояли небольшие прозрачные таблички из кристаллов, испещренные рисунками. Его поразило, что стальным ножом
Нельзя было оставить на них даже царапину. Настолько они оказались прочны. Полки были выстелены золотыми листами. Между ними стояли статуи и лежали металлические плиты, похожие на надгробья могил, усыпанных самоцветами. В центре находился хрустальный саркофаг, в котором человеческий скелет покоился на подстилке из золотых листьев. Харамилья сообщил Холлу, что он снял с полок 7 книг из металла и оставил на них свои инициалы. Так что, когда библиотека будет обнаружена, все смогут убедиться в правдивости его слов. После рассказа нового знакомого, Холлу стало ясно, почему исследователи, входившие в пещеру через вертикальное отверстие около вершины горы, не могли достигнуть зала, где хранится металлическая библиотека. Стэнли Холл приступил к подготовке новой экспедиции. Он обратился за поддержкой в ЮНЕСКО. Но вскоре после этого, в январе 1995 года, между Перу и Эквадором разгорелся давний военный конфликт из-за приграничных территорий, рядом с которыми как раз и находились пещеры. Эта война получила название «Альта-Синепа». Пошли слухи, что военные действия проводятся ради сокровищ, как и прежде, не было. Между тем, об этой экспедиции начали распространяться слухи. Эквадорские газеты писали, что британские ученые вынесли из подземелья 4 больших запечатанных ящика, не рассказав шуарам об их содержимом. Эквадорский исследователь Гастон Фернандес, который изучал пещеру еще в 1969 году, считал, что британцы присвоили все ценности, пообещав местному правительству взамен какие-то льготы и привилегии. Кто-то утверждал даже, что индейцы угрожали исследователям оружием, но инцидент обошелся без жертв. Пресса обвинила Холла и других ученых в том, что они скрыли результаты экспедиции от общественности, и что кроме находок из погребальной камеры, ни один артефакт не был отдан местным музеям. Сегодня трудно сказать, насколько справедливы эти заявления. Но ведь если бы сокровища были тайно вывезены, то искателям уже не имело никакого смысла дальше оставаться в Эквадоре. Однако Стэн Холл не только остался, но и перевез сюда свою семью. Он решил продолжать исследования и предложил всю область вместе с пещерами Таес превратить в национальный заповедник. Его интересовали не столько сокровища, сколько древние книги. Холл понимал, что если они будут найдены и расшифрованы, это может иметь огромное значение для науки. После выхода книги Деникина и скандальных публикаций на эту тему в прессе о пещерах Эквадора узнал весь мир. Множество разных людей, искателей Эльдорадо, авантюристов и даже представителей религиозных организаций подключились к поискам таинственной библиотеки. В феврале 1991 года, после 25 лет поисков наследия неизвестной цивилизации, скончался Хуан Мориц. После его смерти Холл попытался сам найти человека, который когда-то сообщил о местонахождении металлической библиотеки. С большим трудом он все-таки узнал, что его звали Петронио Харамильо. Но больше никаких данных не было. В Кито, столице Эквадора, проживали тысячи людей с фамилией Харамильо. Исследователю пришлось взять телефонный справочник и звонить всем подряд. Наконец, в октябре 1992 года он отыскал пожилую женщину, которая сказала, что ее сын, отставной майор эквадорской армии, знал Морица, которому когда-то помог, и дала Холлу его координаты. Стэн сразу же набрал номер телефона. После взаимных приветствий эквадорец сказал: «Вынырнуть уже в самом центре пещеры. Он видел там что-то вроде искусственного освещения, а вокруг все эти таблички. Речь идет о целой библиотеке, металлической библиотеке.
И две такие таблички были у Падре Креспи. Харамилья жил в одном из районов Кита, называемом Эльдорадо. Он рассказал свою историю знакомства с таинственной библиотекой. Она началась в 1941 году, когда он был 12-летним мальчиком и жил у своего дяди. Один из индейских вождей попросил дядю заняться воспитанием своего сына. Маленького Шуара звали Машутака. Он был ровесником Харамилья, и они очень подружились. Через много лет, в 1956 году, когда ему было уже 27, Харамилья стал лейтенантом и служил в юго-восточной части Эквадора. Как-то раз он с несколькими солдатами был отправлен патрулировать горную местность. Военным пришлось ночевать в джунглях. Проснувшись на рассвете, они увидели вокруг примерно человек 50 индейцев, возмущенных вторжением на их территорию и готовых напасть. Узнал в их предводителе того самого сына вождя, которого когда-то воспитывал его дядя. Машутака тоже узнал своего друга детства и пригласил офицера в гости к своему отцу. Вождь племени в память о дяде Харамилье обещал раскрыть удивительную тайну горных пещер, которую ни за что не открыл бы никому другому. Индейцы проводили гостя ко входу в лабиринт. К его удивлению, они вышли к реке. Ему пришлось вслед за проводниками нырять под воду и плыть по подводному тоннелю. В конце концов, им открылась пещера. Харамилья увидел длинные коридоры, по которым его проводили в зал, где находилось великое множество металлических книг. По его оценке, каждая из них весила более 20 килограммов. Харамилья утверждал, что пластины из неизвестного металла были исчерчены рисунками, геометрическими фигурами и письменами. Был и второй зал, где на постаментах стояли небольшие прозрачные таблички из кристаллов, испещренные рисунками. Его поразило, что стальным ножом нельзя было оставить на них даже царапину, настолько они оказались прочны. Полки были выстелены золотыми листами. Между ними стояли статуи и лежали... Внутри которой находился скелет в сидячем положении. Скелет сразу же распался, как только кто-то прикоснулся к нему рукой. Он там находился, очевидно, очень долго. Датировка показала, что эта усыпальница относится к 1500 или к 1800 году до нашей эры. Группа биологов составила каталог 400 новых разновидностей растений. Но дальнейшее продвижение вглубь не принесло результатов. Оказалось, что в пещере очень высокая влажность и низкочастотные волны от 3 до 16 Гц, из-за которых аккумуляторы и батареи разряжаются раз в 5 быстрее, чем обычно. Экспедиция, проработав целую неделю, не нашла ни сокровищ, ни следов чего-либо, что походило бы на артефакты из коллекции отца Креспи. Но если предметы этой коллекции были найдены не в пещерах Лос-Тайос, то откуда же они взялись? Ответа, как и прежде, не было. Между тем, об этой экспедиции начали распространяться слухи. Эквадорские газеты писали, что британские ученые вынесли из подземелья 4 больших запечатанных ящика, не рассказав шуарам об их содержимом. Эквадорский исследователь Гастон Фернандес, который изучал пещеру еще в 1969 году, считал, что британцы присвоили все ценности, пообещав местному правительству взамен какие-то льготы и привилегии. Кто-то утверждал даже, что индейцы угрожали исследователям оружием, но инцидент обошелся без жертв. Пресса обвинила Холла и других ученых в том, что они скрыли результаты экспедиции от общественности, и что кроме находок из погребальной камеры, ни один артефакт не был отдан местным музеям.
Сегодня трудно сказать, насколько справедливы эти заявления. Но ведь если бы сокровища были тайно вывезены, то искателям уже не имело никакого смысла дальше оставаться в Эквадоре. Однако Стенхолл не только остался, но и перевез сюда свою семью. Он решил продолжать исследования и предложил всю область вместе с пещерами Таес превратить в национальный заповедник. Его интересовали не столько сокровища, сколько древние книги. Холл понимал, что если они будут найдены и расшифрованы, это может иметь огромное значение для науки. Сразу после его смерти, в 1982 году. Падре Креспи уже умер, и все ценное, что осталось после его смерти, было передано в Государственный банк Эквадора. Сегодня это Национальный банк Эквадора. Есть ли среди них и эта пластина, я не знаю. Но я в свое время сделал у Падре Креспи более 140 фотографий. Я знаю, что все эти предметы существуют, но никто не может прочесть это. И ни один из знаков не повторяется. С тех пор о загадочной библиотеке в подземных лабиринтах Эквадора написано множество статей. Некоторые верят, как и Эрих фон Деникен, что это послание человечеству, оставленное пришельцами из космоса. Другие считают, что библиотеку оставили атланты или представители иных неведомых нам древних цивилизаций. В России об исследованиях лабиринтов Эквадора писал замечательный ученый, недавно ушедший из жизни, Александр Александрович Воронин, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. В своей книге «Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций» он рассказал не только о пещере Лос-Таес, но и о развалинах недавно найденного в районе притоков Амазонки древнего города, предположительно построенного предками индейцев Шуару. За годы поисков в Центральной и Южной Америке археологи нашли множество следов ранее неизвестных древних культур. В начале 2011 года в Панаме, в местечке Эль-Каньо, в ходе раскопок было обнаружено захоронение с множеством фигурок из драгоценных камней и золота. Среди них были и загадочные предметы, напоминающие какие-то приспособления и механизмы. Остается лишь гадать, какие знания хранятся в древней библиотеке, если она действительно существует в гигантских подземных лабиринтах Эквадора. Из-за травли в прессе Эрих фон Деникен не возвращался к этой теме еще долгих 35 лет. Но спустя 37 лет, года 4 назад, я издал книгу «Ложно проинформирован» или «История ошибочна», в которой опубликовал все документы того времени о том, что действительно там произошло. Металлическая библиотека там внизу. Эспи говорил мне, что ее принесли ему индейцы. Тут 4 знака в одном ряду. Всего 36 знаков, словно вычеканены, и никто не в состоянии понять, что здесь написано. Этой пластине несколько тысяч лет. Я был бы благодарен, если бы где-нибудь в мире нашелся человек, способный расшифровать их. Это только 2 верхних ряда. 4 знака в ряду. 1, 2, 3, 4. Всего 8 в 2 рядах. Но внизу есть еще несколько рядов. Всего 36 знаков. Вот тут вся пластина в полном размере. И эти снимки есть только у меня. В мире ни у кого их больше нет. У других есть только копии с моих фотографий. Но этот снимок сделал лично я. 20 июля 1962 года в музее произошел пожар. Жители города были уверены, что это был поджог. Большая часть коллекции Карла Креспи погибла.
то, что удалось спасти, легко разместилось в двух маленьких комнатках. Но и оставшаяся часть коллекции сильно заинтриговала ученых. Некоторые из артефактов обладали поразительным сходством с творениями других культур, о которых, по нашим представлениям, древние эквадорцы не могли ничего знать. Среди них статуэтки и барельефы, которые однозначно напоминают искусство древнего Египта и Шумера. Могли ли народы Старого и Нового Света в далеком прошлом плавать к берегам других континентов? Ну, скажем, если говорить про трансокеанические контакты, скажем так, можно трансатлантику это считать. Вот коллекция Падре Креспи, там есть изображение пирамиды, причем правильной пирамиды, очень похожи на пирамиду в Гизе. Коллекция Падре Креспи хранится у нас в Эквадоре. Соответственно, в Южной Америке нет вообще никаких пирамид. То, что называют пирамидами перуанскими, это на самом деле они даже не имеют пирамидальной формы. Это совершенно абстрактная форма конструкции из необожженного кирпича и явно не имеет ничего общего вот с этим изображением правильной пирамиды. То есть, вот, пожалуйста, знание о Египте у нас обнаруживается в Южной Америке. Могли ли древние переплывать Тихий океан? Этим вопросом еще в 1947 году задался знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. Изучая старинные летописи и рисунки испанских конкистадоров с изображением плотов инков, а также местные легенды и археологические свидетельства, он предположил, что люди в древности могли обнаружить погребальную камеру с множеством артефактов, среди которых было каменное кольцо. Камеру нашел один из студентов-биологов из университета Глазго, который выслеживал жука в главной пещере. Неожиданно студент нашел черепок от глиняной посуды, подозвал других, и вскоре Падре Педро Порес, священник из католического университета, оказавшийся в составе экспедиции, заметил рядом со стеной кучу камней, отличавшихся от нее по виду. Падре подумал, как это любопытно. Он начал разбирать камни, и вскоре перед ним открылась гробница, внутри которой находился скелет в сидячем положении. Скелет сразу же распался, как только кто-то прикоснулся к нему рукой. Он там находился, очевидно, очень долго. Датировка показала, что эта усыпальница относится к 1500 или к 1800 году до нашей эры. Группа биологов составила каталог 400 новых разновидностей растений. Но дальнейшее продвижение вглубь не принесло результатов. Оказалось, что в пещере очень высокая влажность и низкочастотные волны от 3 до 16 Гц, из-за которых аккумуляторы и батареи разряжаются раз в 5 быстрее, чем обычно. Экспедиция, проработав целую неделю, не нашла ни сокровищ, ни следов чего-либо, что походило бы на артефакты из коллекции отца Креспи. Но если предметы этой коллекции были найдены не в пещерах Лос-Тайос, то откуда же они взялись? Ответа, как и прежде, не было. Между тем, об этой экспедиции начали распространяться слухи. Эквадорские газеты писали, что британские ученые вынесли из подземелья 4 больших запечатанных ящика, не рассказав шуарам об их содержимом. Эквадорский исследователь Гастон Фернандес, который изучал пещеру еще в 1969 году, считал, что британцы присвоили все ценности, пообещав местному правительству взамен какие-то льготы и привилегии. Кто-то утверждал даже, что индейцы угрожали исследователям оружием, но инцидент обошелся без жертв. Пресса обвинила Холла и других ученых в том, что они скрыли результаты экспедиции от общественности, и что кроме находок из погребальной камеры, ни один артефакт не был отдан местным музеям. Подземелье
уходившая вниз на 200 метров, напоминала путникам глубокие бомбоубежища. В некоторых местах были даже вырублены ступени. Хуан Мориц утверждал, там впереди коридоры сворачивают вниз строго под прямым углом, как будто их спланировал неведомый архитектор. А на стенах явно видны следы обработки какими-то инструментами. Кто и когда работал в этих лабиринтах? Этот снимок сделал Хуан Мориц. Это вход в пещеры Тайос. Мориц говорил мне, что эта пещера имеет искусственное происхождение. Правда это или нет, утверждать не могу, потому что в этом месте я не был. Туда, в Эквадор, прибыла экспедиция в 1968 году. И это участники той экспедиции в пещеры Тайос. Фон Деникин во время спуска видит множество каменных фигур. Среди них есть странный камень, напоминающий скелет человека. Другой камень похож на динозавра. Местные жители рассказывали Деникину, что дальше, на глубине, в центре подземелья, расположены фигуры самых разных животных, отлитые из золота. А сама коллекция напоминает настоящий зоологический сад. Там же находится главное сокровище – металлическая библиотека, о которой Мориц, собираясь передать ее правительству Эквадора, сделал специальную запись в нотариальном акте. Графика знаков на металлических листах похожа на иероглифы Древнего Египта, но в Южной Америке такая письменность не имела аналогов. Тогда же, в 60-х годах, мексиканские ученые проводили исследования на полуострове Юкатан в древнем городе майя Чичен-Итса. В священном колодце Сенате, который известен как колодец жертв, были найдены кости людей и животных, изделия из нефрита, горного хрусталя и множество золотых дисков с изображениями. Клад со дна Сената по ценности уступал только находкам из гробницы Тутанхамона. Мориц считал, что его открытие нужно сделать достоянием всего мира, но этого почему-то не произошло. Поползли слухи, что Эриха фон Деникина и его коллег задержали спецслужбы под надуманным предлогом, а когда отпустили, то все артефакты были уже вывезены и спрятаны. Чушь. Меня там никогда не задерживали. По СМИ и по интернету сейчас кочует столько глупостей о том, чего никогда не было. Так что же было на самом деле? Существуют ли сокровища в подземных лабиринтах Эквадора, в диких, недоступных человеку? Тенли Холл на протяжении долгих лет исследовал Южную Америку. Он считал, что здесь можно найти недостающие страницы предыстории человечества. Впервые он узнал о пещерах Лос-Тайос из книги фон Деникина и заинтересовался ими. В коллекции Падре Креспи Холл увидел металлическую таблицу с 36 знаками, которые оставались нерасшифрованными. Хуан Мориц не стал называть Холлу, как и раньше Эриху фон Деникину, имя человека, который сообщил ему о местонахождении металлической библиотеки. В своих интервью Мориц также отказывался называть имена проводников. В июле 1976 года Стэнли Холл организовал крупную британо-эквадорскую экспедицию, чтобы обследовать Куэва де Лос Тайос. Хуан Мориц требовал, чтобы все права руководителя были переданы ему. И когда британцы не согласились на это, Мориц отказался участвовать. Экспедиция насчитывала 120 исследователей, группы геологов, ботаников и других специалистов. В качестве почетного руководителя был приглашен американский астронавт Нил Армстронг. Нил прислал письмо, где говорил, что предложение занять пост руководителя экспедиции он рассматривает не только как честь, а если даст Бог и позволит время, он надеется сыграть во всем этом активную роль. Такого интереса с его стороны мы даже не ожидали. Войдя в пещеру через проход из джунглей, известный офицерам армии Эквадора, которые сопровождали ученых, исследователи были поражены тем, что они обнаружили. Стены коридоров и залов имели явно искусственное происхождение.
С этим всеобщим предположением согласился начальник британской геологической группы доктор Брайан Келли. Вскоре последовала и первая находка. Экспедиция обнаружила погребальную камеру с множеством артефактов, среди которых было каменное кольцо. Камеру нашел один из студентов-биологов из университета Глазго, который выслеживал жука в главной пещере. Неожиданно студент нашел черепок от глиняной посуды, подозвал других, и вскоре падре Педро Порес, священник из католического университета, оказавшийся в составе экспедиции, заметил рядом со стеной кучу камней, отличавшихся от нее по виду. Падре подумал, как это любопытно.